Здравствуйте, друзья! С вами Феликс на канале. Сейчас 7 число, 2 часа ночи. И я снимаю этот ролик для того, чтобы вам уже завтра с утра было все понятно. Тем более уже были вопросы по проекту Traffic Wages. Итак, вот мы в кабинете. Конкретно был вопрос о том, как покупать пакеты, сколько за это будет звезд вот этих самых поинтов. От моего партнера был такой вопрос. Ответ на него я нашел в форуме в FAQ, как это работает, об этом не написано. Вот сообщение от админа, видать, он увидел свою оплошность, то нигде не говорится об этом. Итак, за $1 можно купить 1600 старпоинтов. И расход этих поинтов следующим образом: 1000 поинтов — это $1 в виде платных объявлений нам возвращается. Всего же за $1 мы получаем $1.60, то есть 60% прибыльности. Это по пакетам, по стоимости, по доходности и по тому, как мы покупаем, сколько мы покупаем вот поинтов. Здесь сразу надо отметить, что в первой группе от 0 и до 15 тысяч поинтов вы еще в первой группе. То есть, чтобы перескочить во вторую и участвовать в разделении доходов 2%, вам надо как минимум 10 с чем-то долларов вложить, чтобы оказаться во второй группе. А так без разницы, есть у вас там 2000 поинтов или у вас есть 14 тысяч поинтов, все равно вы будете получать одинаковое количество платных объявлений. Они мне пришли. Я хочу вам показать это тоже. Закрываем форум. Вот они, платные объявления. Мы их видим вот с этой вкладки, с верхней выпадающей вкладки. Переходим на эту страницу. Для проверки я суммировал вот эти все центики. Оно так и вышло. 23 почти цента, да? Будем считать 23 цента. И у меня с баланса ушло 200 где-то 25 звезд. То есть в этой части тоже все совпадает с тем, что нам обещали. Так, сворачиваем это. Ну и покажу, раз уж открыл просмотр этих центов, как их забирать, вот эти клики. Вот вы видите, здесь идет таймер. 18 часов у нас в запасе. То есть за 18 часов после того, как произошло распределение, мы можем, имеем вот столько времени в запасе. Кликаем по клик. Здесь вставляется сразу описание сайта. Кликаем на это, на эту кнопку. И разгадывается капча. Разгадывается капча. Указать деревья. Указываем, подтверждаем и забираем. Пошел секундомер, таймер, 10 секунд просмотра. Я сейчас не буду уходить на другой сайт, но, судя по всему, можно. 10 секунд — это не то время, которое стоит переходить на другой сайт и не просматривать данное объявление. И поехали дальше. Опять с переходом на кабинет. Вот они здесь добавились, эти центы. Все работает четко. Переходим на страницу, где нам выдаются вот эти поинты, звезды. Вот с этой вкладки опять такие же плитки аналогичные. Здесь 200 поинтов
200 поинтов. То есть, забрав их, завтра у меня будет опять вот по нулям, если такое же количество придет центов платных объявлений. И получится так, что каждый день можно вот накликивать по 25 центов в нулевой группе, в нулевой группе, без покупок. Кликаем сюда, опять таймер вот есть внизу, показывается, сколько времени нам остается до окончания. Клик сюда, вставляется описание. Клик сюда, выскакивает капча. Она может и не выскакивать, просто галочка проставляться. Такое тоже возможно. И просматриваем сайт. Пошел таймер 10 секунд. Все, завершили. Завершили. Баллы начислились. Сейчас проверим с вами и это. Должно быть 75 баллов. Звезд, так называемых. Вот они. 75. Есть. И вот эти cash ads, они могут быть и могут не быть. Это уже, так сказать, левый наш заработок. Будут объявления, будут. Не будут, значит, не будут. Вот пока что вот эти три вида работ на данном сайте. И сейчас покажу еще раз по группам, ребята и девчата. Вот с этой вкладки How it works. Вот здесь. Вот они группы. Видно, что от 0 до 15 тысяч звезд у нас 1% распределения идет. Так что если собираетесь покупать пакеты, то имеет смысл покупать и переходить в следующий уровень, чтобы из общего дохода у вас повысился процент ежедневных просмотров по деньгам. Ну а кто хочет, может поглубже сюда зайти. Скажем так. На этом все с последними новостями по сайту Traffic Wages. Всем удачи, всем пока. Спасибо вам за регистрации. Уже 10 человек за неполные сутки зарегистрировались. Еще раз спасибо, всем удачи. С вами был Феликс.